привет. Сегодня у нас в гостях вот такая вот посылка. Решил ее распаковать вместе с сыном. Здесь у нас идет мяч, воздушный мяч для игры. Можно в помещении играть. Будем сейчас тестировать с сыном. Покупал я его в магазине TomTop. Стоит он 7,99. Я покупал за 3,99. Мирош, не шуми. Вот, давайте распакуем. Точнее, нет, 2,99 я его покупал. Вот, бестрековая посылка была. Не трековалась вообще. Я добавлю видео, сколько дней она прошла в тексте. Но пришла быстро. То есть там около двух недель она пришла. Я даже не ожидал, что она так быстро прилетит. Вот это выглядит. Давайте посмотрим, уже сын отбирает, говорит, вот мячик, все, давайте ему мячик. Давайте посмотрим, коробочка вся помялась, но, надеюсь, мячик уцелел. Так, смотрим, как это выглядит. Небольшой такой мяч. Вот здесь вставляются батарейки. Сейчас мы как раз их вставим. Закрутил болтик, но он прокручивается, то есть до упора он не останавливается, то есть крутится все время. Ну что, будем сейчас проверять, как он работает. Понятно. А, вот он заработал. Подсветка такая. Маслает конкретно. Как пылесос. Я думаю, ребенок сейчас испугается. Ну, будем пробовать сейчас. Принес все, молодец. Ко мне он не сильно скользит. Иди, Буцай. А вот на паркете хорошо. Давай на паркете поиграем. Давай, Мирош, сюда его, Буцай. Буцай сюда. Ух ты! Ой! Давай, вот здесь, бросай его. Бросай. Бросай. Промазал. Ой! Как быть собой писать?